Первой на битву отправится Лаура. Покажем сегодня класс. Да. Удачи тебе, Лаура. Прошу. X-фактор для меня – это реализация моей мечты. Я прилетела буквально за несколько часов до конкурса. Участников было очень много. Каждый сам в себе уверен. Ты все равно вот это вот думаешь, а вдруг он пройдет, а я нет. На втором туре я уже более-менее собралась. Лично меня ты удивляешь. Ты занимаешь что? Ну, самое главное, что я понравилась моему наставнику, я слушаю только его. Я думаю, что сегодня в вокальном плане он будет мной доволен. Единственное, что мне нужно преодолеть, это, наверное, мое волнение. И я думаю, что я справлюсь с этим. Привет. Здрасте. У тебя выпала миссия открыть первый сегодняшний вечер. Давай. Удачи. Удачи. Очень стройно поет, слышит, у нее все это как бы есть. Мне показалось, что она прям вот кайфует от этого. А, по ней видно? Да, она да, кайфует. Да, кайфует. Да. А, сердце стучит до сих пор. Я думала, сегодня будет легче, но нет.